Российских туристов в Индонезии любят. Они приезжают надолго и тратят много денег. Чаще всего останавливаются на Бали, в дорогом районе Нуса Дуа. И, как правило, за пределы острова не выезжают. А зря, уверены в Министерстве туризма страны. Индонезия может предложить гораздо больше, чем обычный пляжный отдых. Каждый остров уникален своей природой и культурой. В топ-3, по мнению замминистра туризма, входят Бали, Ламбок и Джокьякарта. Конечно, я люблю Бали, но иногда там слишком много народу, и я еду на Ламбок. Он более спокойный, там другая культура. Бали, Ламбок, Джокьякарта – мои любимые места в Индонезии. Но если вы хотите устроить шопинг, отправляйтесь в Джакарту. Там расположено более 100 торговых центров. Они открыты до 12 ночи, а по выходным там особенные скидки. Власти Индонезии отмечают рекордный рост турпотока из России. В прошлом году вместо ожидаемых 75 тысяч страну посетили более 110 тысяч российских туристов. Однако в Таиланд ежегодно приезжает около миллиона наших соотечественников, а во Вьетнам – более полумиллиона. И в Индонезии стремятся достичь таких же результатов. Туризм стал одним из приоритетных направлений в Индонезии после того, как в 2014 году президентом страны стал Джоко Видодо. В стране следят за безопасностью, развивают инфраструктуру, для россиян введен упрощенный визовый режим. Серьезным ограничением для роста турпотока из России до сих пор остается отсутствие прямых рейсов. Но и эта проблема в ближайшее время будет решена, говорят в индонезийском посольстве в Москве. Одна из частных российских авиакомпаний заинтересована в открытии прямого сообщения между Россией и Индонезией. Мы надеемся, что рейсы запустят в октябре. Сначала это будет 2 вылета в неделю, а затем 3, в зависимости от спроса. Для продвижения курортов власти Индонезии устраивают в России встречи с представителями турагентств и проводят фестивали, на которых можно познакомиться с индонезийской культурой и традициями, узнать о достопримечательностях и попробовать блюда национальной кухни. Одно из таких мероприятий состоится в Москве уже в августе. Алиса Климентович, Сергей Новиков и Юлия Глазкова. Новости Большой Азии.